Юдеборг 2, 24 февраля 2014 года. Мы намерены посетить сегодня расположение воинского подразделения, которое вот сейчас будет в кадре, вот здесь. Зайдем на территорию. Моя цель была сегодняшняя посетить здание вот это, что в кадре. Увы, здесь располагался на первом этаже, в этом крыле, штаб одного из танковых полков. Закрыто. Не смог я попасть в него. Но чтобы не зря сюда ездить, фотографии, конечно, сделал. Сделаем видео. Вот это здание, которое мы хотели посетить по просьбе участников группы. Кстати, мы бывали в нем тоже, в этом здании, как, впрочем, и во всех зданиях, здесь расположенных. Заходим. Вот какая собачка. Он сердито. Остро пахнет котами. Здесь их великое множество. Вот побежал один. Давайте его увеличим. Идет на историю. Видите, какая у него физиономия. Боевой кот. Идем. Ветеран. Попал он. Переплет, да. Вот мы зашли на территорию. Здесь мы бывали с вами, видео есть, как и много фотографий. Но не в это время года. Вот он, кот прощается, выглядывает. Мы же идем далее. Сейчас листвы нет, как нет и снега. Удобно сделать видео, но солнце мы не можем в полной мере смотреть в правую сторону. Не называю ни номера части, ни номера полка. Примерно я знаю, но когда в комментариях люди оспаривают, говорят, нет, неправильно сказал. Здесь находился такой-то, такой-то полк, называя командира, называя начальника штаба. Это и правильно. Только не нужно забывать, что в разное время разные были подразделения, разные командиры. Разные условия. Это, по-моему, штаб. Опять же, не буду комментировать. Рекомендую всем просматривать панорамные фото. Очень мало кто их просматривает. Хотя на них можно хорошо ориентироваться. Мы зашли с вами на плац. Это часть плаца. А мы идем по плацу. Вот асфальт. Удобно ходить. Но неудобно делать видео против солнца. Еще тень. Впереди меня. Тут уже нет плаца. Сняли.
уже видели кучу асфальта бетона, из которого находится здание. Вот она эта куча. Посмотрим на это здание. Я зашел вовнутрь, чтобы сделать фото. Ну такое страшное все внутри, пол слитый. Ничего там можно. Как правильно. Непонятно будет, что, кого. Ну, если желание есть у кого-либо, мы сделаем фотографии внутри этого помещения, этого здания. Летом этого ничего не видно, поскольку бурная растительность. Да и сейчас с таким оператором много чего мы не увидим. Я уже говорил, что фотографии и видео всех объектов у нас есть в материалах группы. Единственное, что нет в это время года. Заходить мы никуда не будем с вами, поскольку бывали, видео размещены. А вот пройтись по территории, пройдемся. Страшно идти по траве, поскольку на этой территории выгуливают собак и бродят коты. Понятно, по какой причине опаска. Опять мы зашли с вами на плац. Вон, еще кот сидит. Вот он побежал, если кто успел увидеть. Очень много. Тут их подкармливают, тут они хорошо себя чувствуют. Никто их не обижает. Врагу вроде бродячих собак здесь нет. Для котов и в раздолье. Я вот здесь зашел, пару фото сделал. Здесь что-то там кафелем выложено, стены. Впереди столовая. Столовая. Можно сказать, что новая столовая. Вот красная крыша, старая. Туда вообще зайти страшно. Не страшно, невозможно, да. Обваленные потолки, пол прогнивший, разруха. Видно, что там крыши нет. Или чайная солдатская, или магазинчик. Или солнышко скрылось, что ли. Это еще плац. Дорожка, видите, какая натоптанная. Собачек выгуливают. Ну, сокращают путь, кто здесь живет недалеко. Подойдем к столовой поближе. Мы были внутри, делали фото, видели. В материалах группы все это имеется. Но ролики были не очень большие. Все было невозможно запечатлеть в один видеоролик. Все наши тут объекты. И сейчас мы можем делать фото до 30 минут.
Извините, видео. Будет один видеоролик. Мы подходим к зданию, что слева. Офицерская столовая. Это столовая солдатская, вот офицерская. Здания, которые видны, расположение. Где располагались роты, батальоны и так далее. Нет, так далее слово подчеркиваем. Казармы, да, это казармы здесь были. Опять же говорю, что летом этого не увидать. Видите, какие заросли. И это все нету листвы. Как только листва появится, только можно в упор что-то увидеть, потрогать. Где-то здесь был постамент. Танк находился. Не знаю, никто мне не может указать. Могут многие, видимо, мало кто хочет. Так будет правильно. Говорят, недалеко от столовой. Ну, я понимаю, недалеко. Недалеко — это понятие растяжимое. Может быть, здесь, может быть, 100 метров. Это все недалеко. Есть карта, спутниковая карта. Найти место. Подогнать под перекрестие и ссылку. Вот это будет правильное указанное место расположения. То, что недалеко, вон есть видно приспособление для чистки обуви. Зайдем, если будет возможность. Это столовая офицерская. Мы были в ней, в этом здании, в нем. Вот это, может быть, делали пару лет назад. Сейчас справа здание — это крайняя казарма, последняя в ряду. Далее там будет уже рампа через дорогу. Здесь какая-то низина. Опять-таки, что тут дорожка. Можно пройти на улицу. Да вот она, дорожка пошла в эту сторону. Как раз мы увидим здание офицерской столовой. Если кто не посмотрел ранее созданные альбомы с фото, пожалуйста, ищите, смотрите. Также и по видео. Кто затрудняется найти, обращайтесь, укажу ссылки на места, где они расположены. Бассейн, видимо, был декоративный или фонтан. Подойдем мы к подъезду и развернемся в обратную сторону, пойдем с чувством исполненного долга. Вот тут за забором якобы находилась баня, там, где новые постройки, солдатская баня, еще что-то.
Мы побывали, прошли всю территорию. Идем мы уже в другую сторону, на выход. Погода, как видите, хорошая, солнечная. Наверное, сейчас 10-12 градусов тепла. Природа просыпается. На некоторых деревцах распускаются почки. Так пару недель появится листва. Начнется лето. Я не говорю, что зима закончилась. Существует, ее и не было. Зимы. Пару недель полежал снег. Выпал в 20-х числах января. Растаял успешно за пару недель. Вот и вся зима. Температура в это время за эти две недели опускалась до 10-15 градусов мороза. И все. Потом было 5, 3, 0 и плюс. Нам будет сложно идти сейчас против солнца делать видео. Так и научусь и ходить задом наперед. Как только солнышко попадает в объектив. Ничего мы не видим. Попробуем в тень войти. Заодно посмотрим на это здание. Вот огрызки. Не буду говорить чего. Вот, видно. Вот, противогаз. Часть противогаз. Бывали мы здесь с вами. Видео есть и фото. Столовая офицерская. Тут, конечно, этих не было кустарников, ни молодых деревьев. Не могли они здесь быть по определению. Место отдыха. Еще одно такое же. Тоже декоративный элемент был. Вот он. Еще один баллон. Вот это место отдыха, о котором я упоминал. Вход в подвал получился у сломанного окна. Приспособление для чистки обуви. Солдатская столовая. Здание солдатской столовой. Не можно ничего об этом не говорить. Сами все узнаете. Но не все. Я уже пытался делать так, чтобы ничего не комментировать. Народ говорит, хоть что-то поясните, ничего не узнаю. Но приходится рассказывать того, что я знаю. Но вы лучше знаете, безусловно. В своих комментариях, пожалуйста, отмечайте это. Учитывая, что комментарии будут смотреть все участники группы или большинство,
которые здесь не были. Всем это интересно. Но не надо мне об этом сообщать в личной переписке. Я и так много чего знаю с ваших слов, уважаемые участники группы. Спасибо, что со мной делитесь, но однако ж лучше всего поделиться со всеми участниками группы, разместив свое сообщение в комментариях. Как пройти здесь, даже что-то заблудился. Давайте глянем этот чипок. Или чайная солдатская. Не мудрость твоя лукава. Неприятно заходить в подобное заведение. Не только заведение, здание. Вот видите, что с него стало, но он есть еще. Можно увидеть, можно вспомнить что-либо. Учитывая, что большинство объектов в многих расположениях уже не существует вовсе. Нечего даже посмотреть, никаких развалин. Вот тут что-то было, не помню. Это было или летнее тут было. Какой-то летний павильон, видимо. Я еще захватил на фото здесь, которые я делал. Какие-то картинки были. А вот небольшой фонтан, видимо, был. Ах, вот эти картинки. Одна какая-то осталась. Что-то дяденька с косой. Бабочки, видимо, это... Ну что-то он колпаке в морском. Видимо, эта территория была не для всех доступна, поскольку забор стоял, калитка. Сейчас посмотрим на нее. Вот. Это было все огорожено. Вон он, этот водоем или фонтан. Мы потихонечку выходим отсюда. Опять же, куда выйти? Вот здесь мы пойдем. Вышли через заросли. Тут столовая солдатская. Плачевное зрелище внутри, как и в других объектах. Шиповник успешно прозимовал. И вот последняя казарма, которую мы сегодня снимаем на видео. Далее уже здание, которое определяет как штаб, здание штаба. Уж как считать, первое или последнее, как солнышко нам в объектив.
эта часть палаца давно уже здесь лежит. Когда начинал делать фото и видео лет 5 назад или 6, это уже тут лежало. Уже был нарушен плац. Посмотрим еще вокруг на расположение части. И потихонечку выходим. Я уже повторяюсь, и здесь мы были, везде. Фотографий очень много. Другой вопрос, как их найти, но это уже дело техники. Техники, усидчивости, терпения. Поскольку с нововведениями на сайте, сложно мне указать, где, на каком месте, на какой страничке находятся те или иные альбомы или фото в альбоме. Но однако ж я нахожу, если мне надо. Думаю, что и вы все найдете. Вот здесь мы встречались с котом. Он пошел, видно, к своим сказать, что привет получил. Какие-то тексты странные. Вот мы покидаем расположение воинского подразделения. 24 февраля 2014 года. Зайти может каждый сюда. Ничего не закрыто, как вы видите. В любое помещение можно зайти. Но ранее этого было сделать невозможно. Дороги этой, видимо, не было. Сейчас машины прошли. Мы хотели попасть в это здание. Увы, не получилось. Будем ждать благоприятного момента, когда что-либо тут появится. Это возможность. Мы здесь начинали наше видео. Здесь мы его и закончим. Подойдем на перекресток. Посмотрим еще раз на вокруг. Ветерок небольшой, но не холодно. Здесь был штык-нож на красном фоне. Закрыл объектив, извините.